Всем привет! Вот и закончилось мое канарское путешествие, и я вернулась в Канаду. О том, как это было, о моих трех перелетах, о допросах на границе, о других нюансах путешествия во время карантина, я поделюсь, расскажу, покажу в этом влоге. Надеюсь, что новые правила не останутся с нами навечно, но кто знает? Все мои перелеты, которые были запланированы на апрель, отменились. Я получила имейлы и оповещания от авиалинии, что перелетов нет. Или запросите возврат средств, или же перенесите дату. Я ничего не делала, никак не реагировала, потому что я не знала, чего ожидать. И когда уже стало понятно, что Испания продлевает и продлевает карантин, решила возвращаться в мае, спокойно принесла билеты без проблем, без никаких доплат. И отправилась в путь, а путь был долгим. Сначала мне надо было добраться с того городка, где я была, на Тенерифе, на юге, в северный аэропорт. И это означало пересадки, сначала на такси. Услуги такси не изменились, также все легко вызвать по счетчику. Единственное, что водители в перчатках, в маске. Затем я совершала пересадку уже на автобус, потому что мне надо было добраться с юга на север, это где-то 80 километров. И автобусы есть, они ходят намного реже, но по расписанию. Поэтому проблем с этим тоже не было. Приятный бонус. Все автобусы бесплатные. Если раньше я платила вот за эту дорогу 12-50 евро, то сейчас мне это все обошлось бесплатно. Но есть нюанс, что обязательно иметь пластиковую карточку транспортной системы Канар. И если у вас ее нет, вы не можете зайти на борт автобуса. И если у вас нет маски. Вас тоже не пускают, маска обязательно со 2 мая. До этого не было масок и не было такого правила. А затем Китай привез маски, которые вы увидите в этом видео, на мне еле держатся. И за 0 центов вы можете ездить по острову куда хотите, как хотите. И была такая ситуация, что один потенциальный пассажир пытался зайти в автобус с маской. Он говорит, мне в аэропорт, но у меня нет этой пластиковой карточки. Турист. На что мы сказали «нет». И бедняга, я не знаю, наверное, на такси как-то добирался, потому что потом я его увидела в нашем самолете. И неудивительно, потому что самолетов немного. Автобус полупустой, ездит без остановок, и за час я добираюсь до аэропорта. В аэропорту никого нет. Я помню, когда прилетала сюда, были люди, и когда начался карантин, аэропорт был полон, потому что все пытались вернуться. А сейчас, когда уже карантин, в принципе, подходит к концу, начинается послабление, людей совершенно нет. Всего лишь 3 вылета с северного аэропорта Тенерифе. Это Барселона и на соседние острова. И все, как видите, вообще никого нет. И так немножечко грустно. Я смогла полюбоваться Тенерифе с высоты, увидеть вулкан знаменитый Тейде, самая высокая точка Испании, на котором я была до карантина, успела. И приземляюсь я в Барселоне и вижу аэропорт Барселоны пустым. Так непривычно, там всегда такой движ, а здесь практически нет людей. С аэропорта мне надо было добраться в отель, потому что пересадка у меня была через день, так как самолеты ходят уже не так регулярно, не так часто. Надо было подождать. Добираться до отеля был только один вариант, такси, причем минимальная плата составляет 20 евро, и неважно, едете в 1 километр или 10 километров, или в моем случае это было 5 километров, все равно сейчас по новым правилам, как минимум, такси берут 20 евро, и если ваш счетчик накручивает больше, тогда уже вот больше 20 евро. Бронь отеля не составила труда, есть доступные отели, да, большинство закрыты, но некоторые получили разрешение на работу в это непростое время и принимать постояльцев. Поэтому в отеле, где я была, была жизнь, были люди, которые тоже так вот пытались улететь. Из такого интересного в отеле теперь выдают не только там зубная паста, мыло, шампуни, но еще и дезинфектор для рук. И везде в отеле сейчас
поставили, да и везде в аэропорту вот эти дезинфекторы. И вся еда, которая предлагается вам во время завтрака, теперь покрывается такой пищевой пленочкой. Если вы хотите поесть в гостинице, заказать еду, она тоже будет покрыта пленкой. Вы должны прийти, взять поднос и сами себе понести в номер, почему-то не носили даже. И затем, когда вы уже поели, поднос оставить у двери и забирали затем уборщицы. Мне в это карантинное время сложнее всего дается вопрос еды, потому что хочется порой там, особенно во время перелетов, чего-то нормального, съедобного. А в гостинице еда была паршивая. Несмотря на то, что гостиница была 4 звезды, вот обслуживание, еда, так себе. И вокруг гостиницы есть места, где можно взять с собой еду на вынос, но это буквально было там 2 пиццерии и все. Поэтому я пошла в магазин и просто там купила воду и какие-то закуски. Те же правила, обязательно в перчатках в магазине, маски не обязательно. На улицах я смотрю, что если на Канарских островах народ уже практически перестал носить маски, то вот в этом городке, где я была, около аэропорта Эль Прат, люди носили маски на улицах добровольно, потому что это не принудительно в общественных местах уже. Сам городок, кстати, я в нем никогда не была, если вы когда-то были в Барселоне, вы его наверняка проезжали, но так простенько проехали и даже не обратили внимания. Там живут в основном иммигранты, ну, городок как городок, мусорные баки стоят, дети на велосипедах ездят, жизнь продолжается. На следующий день я проделала тот же путь с гостиницы в аэропорт, теперь такси стоило 20 евро 30 центов, и я увидела аэропорт Барселоны снова-таки заброшенным. Сейчас на часах около 8 утра, у меня вылет через 1,5 часа. Я нахожусь уже в аэропорту в Барселоне. Аэропорт совершенно пустой, всего лишь там буквально 5 вылетов за целый день, что так нетипично. Все закрыто, кроме одной кафешки, где можно купить кофе, кафе кон лечи, хоть что-то. А так, конечно, немножко грустно, что пусто, но с другой стороны, так быстро проходятся все вот эти проверки, которые обычно занимают десятки минут ожидания просто в очереди, да, чтобы пройти, подойти к стойке регистрации, пройти проверку на вот безопасность, чтобы сумки проверили, просканировали. Сейчас это все просто так сквозняком. Это, конечно, классно. Но с другой стороны, понимаешь, какие деньги теряют авиаперевозчики и, соответственно, люди. Поэтому от этого, конечно, грустно. Носить маски в аэропорту не обязательно, но все носят. У меня такая маска с проветриванием, потому что дышать нереально, если вот так находиться в маске все время, а в маске обязательно находиться все время на борту самолета. Если вы летите 2-3, как я буду лететь сейчас 8,5 часов, обязательно не снимать маски в течение всего полета, и это очень-очень сложно. Когда летела сюда с Тенериф в Барселону, даже воду не подавали, не говоря уже о каких-то там закусках, или даже просто купить какой-то бутерброд не было возможности, потому что вирус. Хорошо, что есть возможность купить воду в таких автоматах, и только так. Вот сейчас тут кафе было открыто, там тоже можно купить воду. Самолеты находятся на стоянке, можно видеть, что у них закрыты двигатели, чтобы пыль не попала, птички. И они просто стоят дружненько в ряд. Когда подошло время посадки, я давно не видела такого количества людей у ворот, и затем уже, когда зашли в самолет, не было ни одного пустого места. Самолет был забит. Все обязательно в масках, но при этом, если мы держали дистанцию в очереди на посадку у ворот, то в самолете уже все друг на дружку. Сам перелет не задерживался, ни одного перелета не было, чтобы задержался. И в этом плюс, все проверки проходятся быстро, но сам Франкфурт аэропорт работает, может быть, не на полную мощь, это достаточно крупный аэропорт, но в это время карантина, я смотрела их табло, в час вылетает порядка 10 самолетов. И я так понимаю, это сейчас основной аэропорт Европы для перелетов через Атлантику, на Ближний Восток, в Азию. И у меня даже была такая ситуация, не хватало уже времени на пересадку.
была пробка из автобусов, когда выходите с самолета. Сейчас же новые правила, в автобус пускают там энное количество людей, и выходит так, что на один самолет вызывают 3 или 4 этих больших автобуса, и они все попали в пробку, и я уже просто бежала к воротам, предпоследняя я заходила на самолет. Повторюсь, у меня было 1,5 часа, но тем не менее я бежала к воротам, потому что пробка. Затем, когда вы выходите с самолета, вы общаетесь с полицай, с... так и написано у них полицай, да, с полицейскими немецкими. Они спрашивают вас, откуда, куда. И не просто так, знаете, из вежливости, как это было в Испании, чисто спросили, а вы возвращаетесь? Окей. Здесь, да, прям проверяли каждого. Вашу прописку, ваше резидентство, куда вы летите, зачем вы летите. И поэтому весь процесс, конечно, затянулся. И затем, когда я уже проходила проверку в очередной раз, вот, когда сумки сканируют, да, там есть ли какая-то жидкость, я уже сколько раз летала, знаю, что жидкости там, все нормы какие и как упаковывать. И тем не менее остановили меня и проверяли все мои маленькие баночки, там шампуня, геля. И я уже просто говорю, что ну вот вы меня сейчас проверяете, и у меня вот уже улетает самолет. На что они реагируют, потому что двое полицейских проверяли одну мою сумку, на что они реагируют, а, да, ну, хорошо, и начали мне помогать спаковывать мой чемодан обратно. То есть сначала они очень так медленно его распаковывали, раскладывали все баночки, а затем, когда я говорю им, ну, окей, тогда я просто не успеваю на свой перелет, они начали мне помогать спаковать мои вещи. Прибегаю я к воротам, и меня проверяют, а у меня паспорт гражданина Украины, и говорят, а что ж вы в Канаду летите? Я говорю, ну так и так, возвращаюсь. Позвонили в посольство Канады, надо было переговорить по телефону с канадским посольством, убедиться, что я могу въехать в страну, что у меня есть документы, и только после этого меня уже пустили в салон. Какой это был кайф! Вот здесь я прям остановлюсь и расскажу о том, как это лететь, когда самолет пустой. Он был практически пустым. Да, жалко, столько горючего сжигается, столько денег теряется, но на всю эту махину было буквально, наверное, человек 15. Можно было лежать где хотите. Еду выдавали, просто вот дают вам ваш ланчбокс и говорят, а вы хотите еще? И даже не успеваешь ответить, тебе дают второй и третий, говорят, ну вот берите, берите. Затем воду. Кстати, интересный момент, сейчас воду не разливают в стаканчиках в самолетах, а выдают пластиковые бутылки. Я, наверное, получила, а даже не наверное, 12 бутылочек по 250 мл. Она мне просто так вот стюардесса принесла и на кресло около меня их так вот выложила и говорит, пейте. Сам перелет прошел намного быстрее, потому что нет дополнительного веса, нет людей, нет багажа. Должны были лететь 8,5 часов, да, летели за 7,5. С иллюминатора самолета показались ледники Квебека, Торонто и затем уже одноэтажная Канада. И здесь, пожалуй, начинается самая стрессовая часть моего путешествия. Несмотря на то, что во Франкфурте я бежала к воротам, я общалась с пограничниками, объясняла им свою ситуацию, я общалась с работником авиалинии и созванивалась с посольством Канады, все равно это был как переправочный пункт. А здесь, в Канаде, уже момент истины. Пустят, не пустят. И сначала я заполняла одну бумажку, это декларация, это заполняется всегда. А затем вторую выдают обязательно о том, что вы знаете, что такая-то ситуация из-за коронавируса, и вы обязаны self-isolate, остаться дома на 14 дней. Очень жестко, если так почитать правила, что кроме как, если вам вот прям срочно нужна медицинская помощь, выходить из дома нельзя. Штраф там круглой суммы, от несколько сотен долларов до десятки и даже сотни тысяч долларов. Подписывайте, хотя нет, вы эту бумажку не подписывайте, вы заполняете всю информацию, но нигде не требуется ваша подпись. Это просто такой интересный момент. И только когда все эти бумажки заполнены, вы общаетесь с офицерами. И это не формальность, это ближе к допросу. К примеру, я слышала, около меня стояла студентка, объясняла, что она учится в Торонто, уже там несколько лет живет, на что офицер ей говорит, сейчас обучение онлайн, зачем вы возвращаетесь? Или другая пара, она канадка, он нет, и они находятся в гражданском браке, то есть бумаг, подтверждающих их отношения как таковых, нет.
И у них такой стиль жизни, что они полгода в Канаде, полгода летают, так как он хоккеист, и их это устраивает. На что офицер им говорит: а почему вы не расписываетесь? Начинаете все-таки делать бумаги, потому что это тогда только мы можем вас пропустить. Потому что оказывается, что сначала было одно правило въезда, а затем 1 мая внесли дополнение, которое звучит как essential reason. У вас должна быть какая-то вот жизненно важная причина возвращения в Канаду. Со мной тоже говорили, я подготовила, распечатала пачку документов, все показывала, и мне попался адекватный пограничник, что называется человеческий фактор, очень важен, и меня пропустили. Напомнили еще раз, что нельзя выходить из дома ни в коем случае, добирайтесь до вашего места жительства и все. Убедитесь, что у вас есть кто-то, кто вам привезет еду, чтобы вы даже не выходили в супермаркеты. Вот смотрите, солнце светит и снег идет. Ой, такого никогда не видела. Не знаю, видит ли камера. Но ситуация такая, что мой 4-й перелет с Торонто, где я сейчас нахожусь, на границе с Детройтом, был отменен, потому что аэропорт закрыт, и мне надо было добираться с Торонто, арендовать машину и ехать уже сюда, но это разрешено. Вот есть такие, знаете, разные уловочки в законе, что можно обойти. В Канаде есть карантин, но не такой строгий для большинства людей. Да, многие заводы закрыты, офисы закрыты, но на дорогах транспорта достаточно, чтобы попасть в пробку. Была авария, я даже ее засняла, можете видеть, машина перевернулась. Есть люди, что ездят в масках внутри своих транспортных средств, но немного, не так, как в Испании. Здесь все-таки намного-намного меньше случаев заражения. Как видите, перелеты есть, путешествовать можно, есть свои преимущества. Меньше людей, нет очередей, быстрее все проверки проходят, кроме допросов на границе, да, это усложнилось. И надо все время быть в маске на борту самолетов. Пока вам записывала видео, словила себя на мысли, что мне ни разу не померили температуру и не спросили о моем самочувствии. Я помню, когда на Канарских островах я шла в супермаркет, мне мерили на входе температуру, а здесь ни в одном из аэропортов, а я была в 4, Тенерифе, Барселона, Франкфурт, Торонто, ни в одном меня не спросили, как я себя чувствую, и есть ли какие-то, да, симптомы, и никто не мерил температуру. А пока путешествуйте онлайн, Google Maps, разные музеи открыли интерактивный доступ, многие ролики на YouTube показывают красоты нашего мира. Вдохновляйтесь и будьте здоровы! Спасибо за просмотр! Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Доброе утро! Добралась. Если видите, здесь идет снег. Сегодня 8 мая. Ну ничего, потеплеет скоро. Жалко, конечно, видеть, что цветут деревья, цветут белым и розовым цветом, но идет снег, плюс 4. Надо сейчас машину вернуть в прокат и записывать новое видео для вас, создавать влог. Если этот влог был интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Пока-пока!